По данным инспекторов ДПС, дорожная авария произошла около 6 часов вечера. 19-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу. По ней в этот момент ехала ВАЗовская десятка. Столкновения избежать не удалось. Hyundai перелетел через легковушку, по касательной ударил по крыше Mitsubishi, двигавшейся за десяткой. После этого вновь оказался на асфальте и протаранил еще одну легковушку. После столкновения автомашины Mitsubishi Lancer ВАЗ-2110 и Deonexi допустили съезд в кювет. В результате данного дорожно-транспортного происшествия погиб на месте водитель автомашины Hyundai Solaris, пассажирка автомашины ВАЗ-2110 и девушка 22 лет. Водитель ВАЗовской десятки получил тяжелые травмы. Чтобы извлечь его из искореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей. С помощью гидроинструмента отжали стойки, срезали крышу, извлекли пострадавшего с черепно-мозговой травмой. Медицинская помощь потребовалась и 3-летнему ребенку, пассажиру десятки, а сейчас он находится в реанимации больницы Калинина. По данным полиции, водитель Hyundai права получил меньше года назад. Причину и виновника ДТП установят следователи. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События.